Aura Lux Pro KNB от Escaro. Декорирование стен – один из важнейших этапов отделки вашего дома. Если вы вплотную подошли к этому вопросу, обратите внимание на линейку продуктов Aura Lux Pro от одного из лидеров рынка лакокрасочной продукции – компании Escaro. Aura Lux Pro – это продукт украинского производства, по качеству соответствующий европейским продуктам. Выполнен из компонентов высочайшего качества, но значительно доступнее по цене, чем импортные продукты. Aura Lux Pro KNB – это полуматовая краска для окрашивания потолков и стен в помещениях с повышенной влажностью, а также там, где требуется частая влажная уборка, в том числе с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Ванные комнаты, кухни, коридоры, прихожие, фойе, места общественного пользования, лестничные клетки, жилые и офисные помещения. Aura Lux Pro KNB содержит противоплесневые добавки, которые не дают развиваться грибкам и плесени. Aura Lux Pro KNB прекрасно подойдет для окраски бетона, силикатного кирпича, оштукатуренных и зашпатлеванных поверхностей, ДВП, ДСП, гипсокартона и различных структурных поверхностей, в том числе структурных обоев. Чтобы получить качественно окрашенную поверхность, необходима тщательная подготовка. Прежде всего определитесь с цветом. Краска выпускается в белой базе, так называемой базе А, и может применяться в незатонированном виде. Для придания краски цвета используйте систему Escaro Color, которая позволяет получить более 8000 оттенков. Даже при наличии дизайн-проекта специалисты Escaro рекомендуют подходить к выбору цвета очень тщательно. Выберите 3-4 оттенка понравившегося цвета, сделайте выкраски и оцените их в том помещении, в котором планируете наносить. Также нужно учитывать, что на большой площади цвет выглядит более насыщенным. Перед нанесением краски поверхность необходимо подготовить. Для работы вам понадобится кюветка, шпата для перемешивания краски, широкий валик, узкий валик, кисти, широкий шпатель, узкий шпатель, наждачная бумага, малярный скотч, губка. Очистите поверхность от наслаивающихся материалов и загрязнений. При необходимости обезжирьте ее с помощью 3-5% раствора соды, промойте водой и высушите. Затем зашпатлюйте все трещины и неровности. Если ранее поверхность была окрашена алкидной краской или эмалью, обработайте поверхность наждачной бумагой. После высыхания шпатлевки загрунтуйте поверхность вододисперсионной грунтовкой торговых марок Escaro или Aura. Переходим непосредственно к нанесению. Поверхность, которую планируете покрасить, оклейте скотчем по периметру, пол застелите пленкой. Краску тщательно перемешайте вне зависимости от того, заколерована она или белая. При необходимости разбавьте краску для первого слоя водой на 10%. Налейте в кюветку. С помощью узкого валика или кисти окрасьте периметр и углы. Затем с помощью широкого валика нанесите краску, тщательно распределяя ее по поверхности. Второй слой можно наносить спустя 2 часа. Краска Aura Lux Pro KNB обладает повышенной укрывистостью. При окрашивании хорошо перекрывает контрастную подложку. При этом очень экономично. 1 литра хватит для окрашивания 12 квадратных метров поверхности. После полного высыхания, а именно через 3-4 недели, окрашенная поверхность приобретает окончательную стойкость и способна выдерживать влажную уборку, в том числе с помощью моющих и дезинфицирующих средств. Aura Lux Pro KNB от Escaro. Моющиеся полуматовые стены в вашем доме.